Слушай, мне кажется, нашу уборщицу у нас воруют. Ой, слушай, я вне уборки. В смысле, вне уборки? Я в дела уборщицы не лезу, пусть она сама этим занимается. Да не, серьезно, ты посмотри, она ж прямо сейчас ворует деньги из сейфа. А это ее дело. Я лично за своими делами слежу. Начни с себя. Да как ее дело-то? Это ж наши деньги. Нет, слушай, правда, хватит винить во всем уборщицу. Займись лучше собой. Блин, да ты посмотри, она прямо сейчас выносит столовое серебро твоей бабушки с кухни. А ты долг соседнего подъезда по ЖКХ вообще видел? Чего? Так, короче, я пошел увольнять уборщицу. Да? А кто тогда будет убирать квартиру, скажи мне, пожалуйста? Да кто угодно, кто не ворует. Может быть, Навальный? При чем тут вообще? Следующая уборщица будет воровать еще больше. Да с чего ты взял? А это, по крайней мере, надежная, проверенная. Она с нами давно. В смысле, проверенная? Она же ворует. Так, подожди. Ты слышишь этот звук? Я вне уборки. Стоп, это же... Она режет наших соседей бензопилой. Они нацисты. Чего? И геи. Это тут при чем? И наркоманы. Да откуда ты это берешь? Да они бы первые на нас напали. Они нормальные ребята, я вчера в гостях у них был. Они разрабатывали химическое оружие. Это борщ. Уборщица! Уборщица! Ты чё творишь? Буква З! Ё-моё. Главное, сами себя бензопилой режут, суки хитрые. Подожди, ты чувствуешь это? Фейки. Пахнет дымом. Запах победы. Мы горим! Мы горим! В этот непростой момент, как никогда важно сплотиться вокруг сильной уборщицы. Ты что несешь?